гимнастки из России Яны Кудрявцевой. Сейчас мы видим, на площадку выходит Маргарита Мамун. Интересное упражнение, интересный купальник, который ей безумно идет. И хочется, чтобы она показала все, что она умеет. Рита допустила потерю. Она не подготовила руки после кувырка. Я, конечно же, накажет за это судьи, но все остальные элементы и броски были выполнены безупречно. Очень непривычно видеть Маргариту Мамун, потому что перед этим чемпионатом мира я обсуждала с другими гимнастками, что это достаточно стабильная гимнастка. И все рассчитывали на то, что Яна Кудрявцева более нестабильная, но я не знаю, что происходит. Это, наверное, все-таки волнение, это или усталость. Но на повторе сейчас, когда был бросок, руки были наверху. Такое ощущение, что ее булава попала на